Бананы, отличные бананы. Так, мини-бананы 159. Мы не покупаем мини-бананы, я в них не понимаю. Так, а эти бананы 67. Отличная цена. Очень даже хорошие. И бананы свежие. Обязательно сейчас куплю. Так, груши Вильямс 135. Хороший сорт Вильямс. Мне нравится, мы брали не один раз. Виноград чудесный, 139. Киви 105,59. Лимоны неплохие. 98,99. Грейпфрут 89 рублей. Красота, да и только. А это свити 150 рублей. Они подороже. Ну, свити я не пробовала. Сказать ничего не могу. Груша 9G 108,99. Давайте орешки наверху посмотрим. Фундук неочищенный 68,90. Грецкий орех неочищенный 37,20. А тут еще такая красота. Манго. Скидка 30%. 199,90. Была цена 288. Айва. Айва. 119. И гранат 129. Ананасы 85,99. Кокос еще к нам приехал 72,99. Кто отважится кокос купить? Кто такой любитель? Ну вот, какие еще фрукты. Яблоки Гренни Смит 99. Этот сорт я не люблю. Они очень жесткие. Я люблю вот такие, Симиренко. Выбираю всегда вот такие вот приплюснутые. Сейчас покажу. Вот такие, чтобы были они немножко приплюснутые. Падают. Вот такой формы. Не круглые, а приплюснутые. Вот такой формы. Так, вот у меня оливковое масло закончилось. Надо будет купить. Вот какое взять, буду думать. 349. Вот такое. Такая бутылочка стоит. 500 миллилитров. И 250 миллилитров. 299. Ну, если по выгодной цене, то, конечно, брать 500 миллилитров. Так, вот еще оливковое масло 699. Так, ну и обыкновенное посмотрим. Слобода. Масло подсолнечное рафинированное 109 рублей 1 литр. А кукурузное 229. Так, Злата. Злата цена 103. Прямой репортаж. Прямой репортаж. Вы какое берете? Мне горчичное нравится, но не это. В другом магазине. Горчичное покупаете? Вкусное, да. Ой. В другом магазине. А я никогда такое не покупала. Вот это. Горчичное масло, витамины лета. Интересно. Надо попробовать. Девушка посоветовала. Только говорит, в монетке. И где еще лучше? Монетки, пятерочки. А, в пятерочке лучше. Так, Горлинка. Фирма Горлинка. Хорошо, посмотрю. Спасибо. Масло Рикко. 109 рублей. Авокадо. Цена 44,90. 44 рубля. Вы часто кушаете авокадо? Здравствуйте, да. Здравствуйте. Очень его люблю. Я прям наркоман авокадовый.
Очень полезно, кстати, вещь. Вы пробовали? Если честно, нет. Это считается фруктом. Он самый жирный в мире фрукт, считается. Авокадо содержит незаменимые жирные кислоты, которые для мозга, для памяти очень хорошо, полезно. Для сосудов здорово. Ну и вообще повышает настроение, потому что серотонин повышает в организме. Да, вы такой оптимист, видно. У вас нет случайно канала на YouTube? Да, есть. Приходите ко мне на канал, я доктор. Да что вы? Доктор сыроед, кушаю только фрукты, овощи, зелень. То есть вы не просто увлечение, прямо доктор даже сыроед, как диетолог. То есть вы кончали медицинский институт? Да, 8 лет обучалась, уже 5 лет работаю. Очень интересно, я аж даже речи потеряла. Вас зовут? Анна. Очень приятно такому знакомству. Хорошо, будем пробовать авокадо. До встречи на Ютубе. И с наступающим Новым годом. Наступающим всех. Спасибо, спасибо, спасибо. Расскажу своим подписчикам про вас обязательно. Угу. Вот такой авокадо, оказывается, и нас познакомила с Анночкой. Спасибо. Вот покажу вам, какой хлеб я люблю купать. Булка с отрубями. Смак, вкусный хлеб. 5 витаминов, 100% натуральная клетчатка. Булка с отрубями. Тоже 30 число. И стоит она 36,99. На сегодня сахар у нас, смотри-ка, скидка 43,29. А то доходил уже до 50 и выше. Вот такой сахар. Песок рафинированный, 41 рубль 900 грамм. Вафли с вареной сгущенкой, 65 рублей 300 грамм Яшкино. Мы очень любили Яшкино брать, очень часто брали. Но в последнее время разочаровались. Вафли с халвой, 42 рубля. И сейчас мы перешли на какие вафли, вам покажу. Вот, Коломенская. Вот мы перешли вот на такие вафли. Вафли сливочные, коломенская, с натуральными сливками. Цена 69,99. А сегодня тоже возьмем. Так, сейчас посмотрим чай. Гринфилд. Летающий дракон, 36% скидка, 69,90. Чай Липтон, 50 грамм, 25 пакетов, 79,99. И хочу показать чай пирамидками. Сестры у меня его любят, а я почему-то нет. 99 рублей, 20 пакетов, 36 грамм. Чай Тесс, скидка на него, 74 рубля. Вот, и появились, вот такой чай появился. Добрый вечер, восстанавливающий, черный с травами. Что за чай? 59 рублей. Апельсины. Лучшая цена. 97,99. Шикарные апельсины. Я люблю вот такие сорта, чтобы вот здесь такая была форма его, этого апельсина огромного. Форма отличная, 105,99. Яблоки, новый урожай, хорошие такие, крупные. Какая прелесть, 81,39. Огурчики, очень симпатичные, 119 рублей. Томаты на ветке, 154. Красота. Так, огурчики подороже. Огурцы среднеплотные, пупырчатые, 124. Все пупырчатые. Так, а это сливовидный томат. Ну, красивые очень томаты. Шикарные просто. Цена 169. О, тоже шикарная цена. Так, а томаты подешевле. Вот так выглядит, полузеленые. Так, и цены на них, вот и цена, 125. Вот огурчики подешевле.
Ну и вид у них немножко, конечно, бюджетный. 119 рублей. Так, лук репчатый 25,99. Вот лук. Ага, это уже нафасованный. Так, а килограмм стоит 22,99. Томаты черри 129. Кабачки 164, баклажаны 259. Тоже на новогодний стол можно сделать. Ой, тыква. Какая прелесть тыква. 84,99. Замечательная тыква. Буду знать. В следующий раз, может, приду за ней. А вот такая тыква. Продолговатая, удлиненная. 79 рублей. Морковь шикарная. 18,90. И даже очень хорошо выглядит. И цена недорогая. Корень имбиря. Какой-то он немножко полузасохший уже. 598, кошмар. И чеснок 48 рублей. Вот морковка мытая подороже, 39 рублей. Капуста пекинская 119. И белокочанная 14. Свекла, моя любовь. Хорошая свекла, я недавно брала. 32 рубля. Вот такие у нас цены. Пойдем на кассу. Масло 72,5%, 119 рублей. Першинское. Вот надо брать не меньше 72. Желательно и выше, если есть. Сметана. 15%. Вот сейчас я такую сметану только пока на диете ем. 36 рублей. А вообще мы масло берем в основном вот такое. Вот. Масло ирбитское, крестьянское, сливочное. 180 грамм, 72,5%. Цена 129. Такое же есть шоколадное масло. Оно подороже. 149 рублей. Ну, там масло меньше процент, 62%. Оно, конечно, не такое вкусное. Вот цена 149. Так, где моя кисломолочка? Творог я вот такой стараюсь брать. 5%. Изготовлено полевское. Так, цена 104,09. А это 9%. А 5% скидка 54 рубля. Вот такой я сегодня возьму творог. И вот покажу, что я предпочитаю брать. Пожалуй, я возьму вот такое. За 30-е не нашла ни одного продукта. Вот хотя бы вчерашнее число, 29-е. Изготовитель Кушва, Свердловская область. Потому что торговая марка та же самая. Молочная благодать. Какой здесь состав? Так, молоко цельное, обезжиренное молоко, закваска термофильного, молочно-кислого стрептококка и концентрат бифидобактерий Бифилайф Форте. Ну, вот такое попробую. Такое я еще не покупала, не пробовала, но когда-то надо и такое попробовать. Молоко мы берем в основном вот такое, ирбитское тоже. Сейчас будем дату искать. Ну вот, 30-е есть. 52 рубля. Я люблю тоже вот Активию брать, заряд пробиотиков. Иногда беру. Цена 26,99. Натуральный белый йогурт, Виктория и банан. Вот такие иногда беру с черносливом. Заряд пробиотиков, зимняя коллекция. Так, 150 грамм, 34 рубля.